Чебоксарские водители шутят. Заезжать на территорию центральной городской больницы в Чебоксарах опасно для здоровья вашего автомобиля. Состояние проездов вокруг медицинского учреждения такое, что в яме можно оставить подвеску. Исправить ситуацию должны к этой осени. Ольга Пырочкина подробнее. Приехал лечить одно, покалечил другое. Свой автомобиль. С такими жалобами в администрацию центральной городской больницы обращаются пациенты. Ну, яма какие, смотрите. Так. Ага. Чебоксарах нет, наверное, такой дороги. Подвески разбиваются по этим дорогам, по таким дорогам. Ой, асфальт, страшный асфальт. В нашем современном мире по такому асфальту ездить на таких машинах, это вообще ужас. Вот я на лечение ездил, вот через день, через два приезжаю сюда. Как приезжает, у меня это самое, мурашки идут. Ямочный ремонт здесь проводят регулярно, однако хватает его ненадолго. Дело в том, что помимо такси, автомобилей пациентов и врачей, через территорию больницы заезжает тяжелая техника городского водоканала и транспорт одной из управляющих компаний города. Их офисы в соседних зданиях и другого варианта заезда на данный момент просто нет. Этот вопрос сейчас решают в столичной администрации. Ну а руководство больницы готовится в очередной раз провести ремонт. Планы в этот раз масштабные, деньги выделили из республиканского бюджета. Выделена, значит, сумма около 10 миллионов на капитальный ремонт асфальтно-бетонного покрытия нашей территории. В рамках этого капитального ремонта будет замена асфальтно-бетонного покрытия, замена бордюров, ремонтные работы лестничных маршей. Также будут, значит, организованы отдельный въезд, отдельные ворота и шлагбаум. Аукцион для подрядчиков уже стартовал. Закончить работы должны к концу сентября этого года. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.